На правом фланге атаки «Шилка» продолжает прочесывать позиции боевиков. Удару подвергаются доминирующие высоты. Это 5-6-этажные дома, а также дома частного сектора в 2-3 этажа. Пока первое отделение пехоты закрепляется и ведет разведку боем, танкисты продолжают уничтожение огневых точек в одноэтажном здании и вдоль забора. Перед одноэтажным домом есть обетонированный арык, который используется боевиками как хорошо укрепленный окоп. Офицеры постоянно получают информацию от пехотинцев, находящихся на линии огня. Танкисты, не стойте на месте, маневрируйте. Сейчас пойдет вторая группа пехоты. Подготовьтесь прикрывать их. Сами не стойте, маневрируйте. Второй танк продолжает разбивать пути подхода к атакуемым позициям. Удар и снова отход. На правом фланге танк разбивает выявленную позицию. Танкисты получают информацию о перемещении боевиков и снова идут вперед. Удар и отход. Сейчас танк должен будет прикрыть взвод пехотинцев. На правом фланге пулеметчик увидел боевиков, подготовившихся к атаке. Своим огнем он прижимает их к земле, рискуя быть замеченным снайпером. Нанеся удар по одноэтажному дому, в котором оборудованы позиции террористов, танк отходит назад, чтобы прикрыть своей броней простреливаемый участок для взвода пехоты. Давай назад! Разворачивай корпус, ствол влево. Смотри, прикрывай пехоту, сейчас солдаты подойдут. Их задача под прикрытием брони танка пройти простреливаемый участок дороги и вдоль арыка пройти к разбитой огневой позиции террористов, занять ее и закрепиться. Также выявлять новые огневые точки террористов и давать указания целей танкистам. Давай назад, разворачивай башню. Так, хорошо. Хватит, стой.
офицеры направляются вперед, чтобы координировать работу танкистов и пехоты. Из этого дома боевики открыли огонь по пехотинцам. Никто не пострадал. Ответным огнем из стрелкового оружия боевиков не достать. Позиция хорошо укреплена. Сблизиться с боевиками трудно, так как перед зданием арык с илистой водой. Танкисты получают задание на уничтожение огневой точки. Сейчас подход танка прикрывают пехотинцы, чтобы не дать высунуться гранатометчикам и расчетам противотанковых комплексов. Отсюда видно, насколько рискованно для танкистов сейчас выполнять боевую задачу. Из-под каждой плиты, из каждой дыры в стене могут ударить боевики. Танк стоит на высоте, и у него открыто днище. Сейчас все должны быть собраны и не дать боевикам шанса. На правом фланге взвод пехоты идет вперед, чтобы прикрыть работу танка, который должен разбить выявленные позиции террористов. Еще один взвод пехоты пошел закрепляться на занятых позициях. Экипаж танка методично расстреливает выявленную позицию. Уничтожив первыми выстрелами блиндаж, танкисты прочесывают окопы террористов. Выполнив поставленную боевую задачу на первом этапе операции, танкисты отходят. Сейчас пехотинцы зачистят эти дома. На правом фланге вперед пошел танк. Его задача уничтожить выявленные позиции террористов. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.